канала «Гламур». Я ужасно рада третий год принимать здесь гостей, потому что гости все шикарные. В основном гости. Одно удовольствие на них смотреть. И смотрите за всем происходящим вместе с нами. Я думаю, что вы получите такое же удовольствие, как и я. Как вы считаете, чего хотят женщины? Женщины хотят любви, все без исключения. Чего хотят мужчины? Понимаете, они хотят всего и сразу. Они хотят славы и денег. Все мужчины хотят настоящего друга, во-первых, это мужчина очень развитый. И, во-вторых, сил и средств, чтобы носить свою женщину на руках. Но это настоящий мужчина. Определяющее качество мужчины – это много чего хотеть. На самом деле, успеха, женщин, любви, уважения, еды. Много всего. Женщины хотят любви в первую очередь. А когда у них есть любовь, они в принципе больше ничего не хотят. Все остальное им уже не надо становится. Я вам желаю успехов, Лама.